из вас задавал вопрос, стирала ли я одежку для собачек. Скажу вам, что в регионе, где я живу, здесь зимы небольшие, и я одевала мою собаку в эти одежки, ну, только для того, чтобы просто немножечко, знаете, вот пококетничать. На самом деле у нее еще и шерсть такая очень шикарная, ей не нужна дополнительная одежка. Хотя, когда в комнате было холодно, был у меня такой период, отопление сломалось, и было очень холодно, и она с удовольствием носила эту одежку. Но стирать мне еще не приходилось, но хочу вам сказать, что любой войлок, одежки для собачек, для людей или какие-нибудь другие изделия, очень легко стирать таким образом. Вы просто погружаете войлок в воду температуры тела, нормальную температуру человеческого тела, с добавлением нежесткого мягкого мыла и просто оставляете там. Ну, пусть оно там полежит, например, час. Потом вы вынимаете это изделие, вы уже видите, что вода, цвет воды поменялся. И вы опять делаете то же самое, погружаете еще раз. И таким образом шерсть отталкивает вот эту вот всю грязь. Она сама отталкивает эту грязь. Она имеет такое свойство. Не нужно ее никак двигать, она отталкивает вот эту грязь. Потому что если вы начнете интенсивные движения делать, она будет все-таки давать усадку. Если вы не хотите, чтобы изделие дало усадку, вот такие вот процедуры проделайте, а потом спокойненько надо выполоскать это все тоже не в горячей воде. Шерсть при горячей воде дает усадку. Вот так вот легко выполоскав, и, возможно, потом речь шла еще о женских изделиях, там был и такой вопрос, это уже другая подписчица задавала такой вопрос, что делать, если вы, например, сделали вот эти вот все, учли все эти объемы, потом сделали посадку на зоне груди, и потом после стирки, если вы это изделие, например, сделали для клиента, а потом после стирки клиент обнаруживает, что все эти формы, они вдруг исчезли. На самом деле форма легко возвращается такими же легкими движениями, которые я вам показывала на манекене при посадке изделия по фигуре. Ваш клиент может сделать то же самое, это элементарно, вы просто просовываете руку внутрь вашего жакетика и делаете такие вот движения, вытягивающие движения там, где вам нужно. Ничего сложного в этом нет, жакетик, например, если речь идет о жакетике, примет свои формы и все. Это все легко подтягивается, ничего сложного в этом нет. Главное правильно постирать, чтобы изделие не дало никакой усадки. Но если там немножечко оно село, что вероятно, потому что все равно изделие может как-то сжаться при погружении в воду, вы его легко вот так вот просто берете и вот, например, вот такие вот движения, я вам тут показываю на рукавчике, но вы это можете проделать везде, где вам нужно, то есть придать эту форму, растянуть. Вот вы берете и вот такими вот движениями вытягиваете, да? И оно подтягивается, растягивается. Нужно вам в рукавчик залезть. Вы вот так вот в рукавчике это прорабатываете. Это несложно. Главное, нужно просто видеть границы, дальше которых вы не можете растягивать, потому что все равно это изделие, в нем заложено определенное количество шерсти, они там, шерстинки сцепились между собой. Если вы бесконечно будете растягивать, это порвется. Если вы заложили все правильно и постирали правильно, то все встанет на места и никакой проблемы не возникнет. Ну, надеюсь, я ответила на ваши вопросы. Если будут еще какие-то вопросы, вы их пишите, задавайте. Я обязательно вам отвечу. Всего вам доброго!